Вот. Пацан, слушай, я посоветоваться хотел. Мне такая ситуация, мне предложили... Да ладно, ты успокойся, я тебе сама все расскажу. Ну, шерсть вот так вот, если смотреть на тех вот прям длинношерстных. Но она, наверное, больше... Наверное, она все-таки больше у нас... Сейчас на свет. Она, наверное, все-таки у нас больше гладкошерстная. Ну да, действительно, чуть-чуть прилохмаченная. Мордочка прилохмаченная. Боже, гладик, что это? Ай, прицепило что-то. Вот она как-то вот спереди, наверное, да? Такая очень интересная. Боже, ну насколько ты красивая. Тьфу на тебя, моя сладкая.